На конкурс дети читают стихи Кришнева Полина, 10 лет, 4 А-класс, школа номер 39, города Смоленска, стихотворение Ларисы Коновой «Ветеран». Ты прошел всю войну, ты прополз всю войну, от границы к Москве, до Берлина. Ты держись, ветеран, ты не смей умирать. Посмотри на внучат и на сына. Вспомни всех, ветеран, тех, с кем ты воевал, кто в окопах зимою и летом погибал, побеждал, жил, смеялся, стрелял и друзей хоронил на рассветах, и опять полз на брюхе и пел, как умел, про землянку и синий платочек, пел про дружбу, про то, как любимая ждет, про победу, которой так хочешь. Ну, держись, ветеран, ты не смей умирать, но в груди затихают куранты, бой окончен совсем, и последний салют отдают молодые курсанты.